Друзья, всем доброго времени суток. В этом обзоре я хочу поговорить о проекте GaugeCash. И давайте разберемся, что же он из себя представляет. То есть хочу рассказать про данную криптовалюту. Начнем с того, что у них сейчас проходит ICO. Сразу же перейду на эту страничку. Вот, то есть вы можете, соответственно, приобрести их монеты. Вот, но для этого нужно подключиться к MetaMask. Вот, делать я этого сейчас не буду. Вот, ну, соответственно, подключайтесь к MetaMask и покупайте их токены. Допустим, за эфир, либо же за какую-то другую криптовалюту. Также важно использовать MetaMask Desktop, вот, мобильная версия несовместима, тоже это важно понимать. Ну и видео, инструкция тоже тут есть, ну, запускать ее не буду, думаю, что разберетесь. Итак, информация про покупку. Начнем с того, что 1 гау стоит вот столько в эфире, можете посчитать, сколько это в долларе. Понятное дело, что цена, в общем-то, в эфире, поскольку эфир — это криптовалюта, да, а не фиатные деньги. То есть логично, что криптовалюта привязана к криптовалюте. Также важно понимать, что только 100 миллионов гауф по этой цене будет. И следующее значение — это 1 гауф 0.1. Также нужно вручную настроить стоимость газа в MetaMask. Вот, и, соответственно, вручную добавить контракт гауф. Ну, давайте покажу данный контракт, то есть данный токен. Вот, токен гауф, видим его перед вами на экране. Итак, вернемся назад на главную страницу данного сайта. Далее тут есть информация про данный проект, такая вот кратенькая, да, на основном сайте, да, то есть тут видно, что есть схемка, вот, но понятно, что схема, возможно, такая слишком мелкая, поэтому я, конечно же, решил, что нужно показать white paper этого проекта. White paper состоит из 11 страниц, и советую его изучить, безусловно, перед тем, как инвестировать в данный проект. В этой папке тоже есть информация как полезная, так и такая вот чисто вводная, которая просто рассказывает про криптовалюты в целом, про рынок блокчейна, но тем не менее, я тоже думаю, что многим это будет интересно услышать и узнать. Так что читайте, изучайте, то есть тоже давайте пролистаю, покажу. Информации здесь довольно много и про данные проекты, и про его основные фишки и особенности. Вот, соответственно, тоже это важно, да, тоже имеет большое значение. Вот, ну, в частности, экономика токенов тут тоже расписана, но я про нее вам вкратце уже рассказал. Вот, далее, что еще важно? Естественно, важно то, что у данного проекта есть разные социальные сети, в частности, Telegram, Twitter. Ну, вот, Twitter хочу вам показать. В Twitter публикуются все последние новости о проекте GaugeCash. Twitter, кстати, что интересно, примерно один год как раз-таки, в мае 2020 года он был создан, и подписчиков у них более 5000, то есть Twitter достаточно популярный как для криптовалют. Вот, и, соответственно, мы видим, что у них тут публикуются новости про то, что стартовал токен сейл, да, и про то, что, в принципе, в целом какие-то изменения происходят на данном портале, на данном сайте. Так что тоже советую ознакомиться и все это дело изучить. Так что надеюсь, что вам понравился мой обзор. При желании переходите и изучайте еще сами проект GaugeCash. Спасибо за внимание и до встречи.